Здравствуйте, меня зовут Суслова Елена. Я представляю курс «Главный бухгалтер управления бухгалтерией». Наш курс включает следующие вопросы. Первое. Место и роль бухгалтерской службы в управлении деятельностью предприятия. Второе. Организация и управление бухгалтерией. Третий вопрос. Методы эффективной работы главного бухгалтера. Данный курс рассчитан на 16 академических часов и предназначен для работников бухгалтерии, которые желают повысить свою квалификацию, а также для действующих главных бухгалтеров. Необходимая предварительная подготовка к нашему курсу – это прохождение курса «Теория бухгалтерского учета 2015», либо ваша работа в качестве бухгалтера не менее 1 года. Преимущества нашего курса заключаются в том, что большую часть времени мы будем проводить в практических расчетах и оформлениях документов, необходимых в работе главного бухгалтера. По окончанию курса вы будете знать и уметь, каким образом организовать работу бухгалтерии на предприятии в соответствии с принятыми профессиональными стандартами для бухгалтера, в том числе и для главного бухгалтера. На этом я с вами прощаюсь. Будем рады видеть вас на наших курсах.